Добрый вечер, дамы и господа. Поговорим сегодня неизвестно о чем, точнее говоря, известно о чем. А в интернете сейчас вообще-то тишь чудовищный, да и в мире как-то, не знаю, просто говорить как будто бы не о чем. Я не знаю. Хороших вопросов я тоже не очень вижу, поэтому говорить про Делёза, я думаю, что это... Делёза и кино, это было бы очень любопытно для меня, например. Но я думаю, что это настолько маргинальная тема, что она не очень будет понятна каким-то людям, которые вообще не знают, кто это Делёз, почему про это нужно говорить в связи с кино и так далее. То есть вообще теория кино – вещь тяжелая для мозгов. Я не знаю, кто меня смотрит просто. Судя по каким-то репликам идиотским относительно того, что я там вернулся в Россию или еще куда-то, а вместо того, чтобы как-то реагировать на то, что я говорю конкретно по поводу каких-то фильмов или чего-то еще, преобладают какие-то люди довольно поверхностные, прямо скажем, которые... для которых очень важно что-то такое совсем лежащее на уровне их глаз, на уровне восприятия, какого-то первичного восприятия. Вот увидели они человека на фоне какой-то там помойки, да, и сразу начали говорить о том, что это не Америка, а, соответственно, Россия. И это прекрасно, конечно. Мне бы было очень забавно вернуться в Россию, я бы тогда этого не скрывал, конечно, естественно. Зачем? Зачем мне это было бы скрывать? Я бы тогда совершенно открыто ходил бы в Москве, снимал бы видосики и, наверное, обозревал то, что в Москве происходит, на вернисажах или где-то еще. Нет, я, к сожалению, пока еще никуда не вернулся. Скоро я, правда, на лето езжаю в Болгарию и, соответственно, буду делать обзоры оттуда какие-то о местных происшествиях. В общем, кроме... Да, вообще чудесный кот, который совершенно американский кот, которого я подкармливаю периодически. Такой уличный кот, в общем-то, хороший. Я сегодня записываю видос для того, чтобы просто вы сконцентрировались как-то и задали мне какие-то вопросы поинтереснее. Я не знаю, просто, вы понимаете, именно проблема того, что обозревать как будто бы нечего. Все сказано обо всем. «Страна Оз», вот честно вам скажу, фильм, который мне категорически не понравился, я могу сделать на него обзор, но мне кажется, он очень-очень вымученным, фальшивым, с плохой игрой актеров, к сожалению, с какой-то, не знаю, такой именно постмодернистской фальшью какой-то, такими... Просто предыдущие фильмы этого же режиссера, они были великолепны. На мой взгляд, этот плохой. Единственный в нем плюс, что он там типа новогодний такой, вот новогодняя альтернатива. Вот. Что еще меня спрашивали? Я не могу вспомнить, что еще меня спрашивали. На такие темы серьезные, как бы, да, но это все, опять же, темы, которые не собирают просмотров. То есть Делёз очень интересный для меня. Я, может быть, все-таки действительно сделаю обзор на эту книжку. Но это просто такая заумь для большинства людей, поэтому я до сих пор этого не сделал. Как-то вот руки не дошли, что называется. Книжку я, конечно, эту знаю, естественно, потому что это классика теории кино. Вот.
Ну, а в мире как-то ничего не происходит такого осмысленного, никаких фуроров. Ну, не про Дэдпула же мне делать обзоры, или там Супермена против Батмена. Ну, это такая скука адская. Ну, я не знаю просто. Просто действительно реальная скука. Как так, такие видосы могут собирать просмотры, я тоже не понимаю. Тема Фоломкина, итальяна, меня уже достала. То есть тоже мне неинтересно об этом говорить, сколько можно. А, ну и все, пожалуй, да. Вот и все. Ну, про Эльдара Багунова там можно сказать что-то. Но опять же, то есть ничего того, что уже было сказано, я больше не скажу. За сим откланяюсь. Спасибо за внимание. Чао-чао. Подумайте над хорошими вопросами. Просто реально, чтобы было интересно всем. Всем интересно, а не каким-то единицам. Ну, что-то более такое. Да, я не знаю, правда, действительно, откуда бы такие вопросы могли взяться, потому что в мире ничего особенного не происходит. Спасибо за внимание. Чао-чао. Подписывайтесь на канал. С вами был Олег Муравьев.